Никто у нас не заходит, что-то. Это багнулось или Даня очень мало дал звездопадом? Кстати, возможно. Типа в один портал прыгнуть. Два тела. Чего не понял? Ну типа в один портал два тела могут запрыгнуть. Есть такая херня здесь? О, не, вряд ли. Они типа могут умереть, когда так сделают. Суманите меня, пожалуйста. Ставь шкаф. Ты на сможешь в порталах побегать или нет? Я там не бегала никогда. Ты, Холли Локи, ты уходишь вообще из рейда или в комнату не пойдешь? Все. Если он уходит, я уже пишу Вареньке, он сейчас зайдет на шипа. Погодите, две минутки, сейчас я приду. Да, он не уходит. Давайте, ребята, попытайтесь. Ставьте шкаф, суммоньте Холли Локи. Он не уходит, он в рейде остается. Он остается в рейде, допустим, мозг может включить. Ласочки. Хочу включить немножко мозг. Ласочки покупайте друг у друга. Башку вырубайте, ебал начинать. Сейчас схожу водички попью. Это такая функция. Вы меня закинули в портал ходить? Да, будешь ходить в портал. Ладно. Что там делать? Там нечего делать. Короче, заходишь с ШП, бежишь направо и дотаешь всю эту парашу и отворачиваешься от черепов. Все. Окей. Суманите меня, пожалуйста. Я рыбку поставлю вам. Не уверена в себе, просто заходишь. И никуда не двигаешься, сразу оборачиваешься на 180 градусов, смотришь, когда убьют через щупальца, и сразу начинаешь бить мозг, чтобы ты не теряла время. Просто я думаю, что ты лучше справишься, чем Холли Локи, который сходит с ума на 9 миллионах у босса. Как-то так. Вот кушайте рыбу, пожалуйста. Я поставила. Есть у кого фласочка на РДД? Чтобы больше... Да, пожалуйста, кому нужны фласки на РДД... Могу продать, могу дать, короче, как там? Только у меня нету головы, все, спасибо, выпил сразу. Можешь спросить, я бомж гильдии. Да не, все в порядке. Чего, АПГ, смотрите, кому чего не хватает. Сейчас минуту маме давление домеряю и все, иду. Хорошо. Я вчера 300 раз писал Свара, зайди, я дам 1к на твоего мага. Я не знаю, где ты дрочил, ходил. А, извините, напомните, я... после какого... где я должна заходить в портал? Смотри, еще раз рассказываю. Заходит первый портал, справа Трисия, Вуди Айлен второй, твой третий и Хакер четвертый. И Даня заходит за спиной. То есть мой средненький справа? Да, твой средний справа. Раз, пацаны, включите мозг. Когда я говорю, подходим к порталам или недалеко от своих мест встаем, вы уже прикидываете, кто на вашем месте стоит. Самое главное, как только портал появился, сразу в него зайти. Это очень важно. Так, еще третья, четвертая, пятая группа. Там ДДшек очень много, кто в порталы не заходит. Перед порталами может щупальце схватить игрока. Из первой или из второй группы. Ваша задача максимально быстро его убить, мелкое щупальце. Вам это понятно, надеюсь? Кто в порталы не заходит, вокруг босса рассосались и стоим, ждем. Давайте так, третья группа. Посмотрели, кто в третьей группе находится. Вы слева охраняете ребят, вот как сейчас на босса смотрите. Четвертая группа, вы справа, ребят, охраняете вторую группу. Сейчас ждем повороте и будем начинать. Да, все, я тут. Так, Поклонский, подходи, ты тут? Вас только двоих ждем. Поклонский. Скажи, что выборка. Так, окей, сейчас я еще меточку поставлю. И на себя квадрат поставлю. Это кто первый? А Рогу разве профитно в комнату отправлять? Ну да, если он толковый, он шарит. Как там что делать, активировать щупальца. Еще смотрел, он третий, по-моему, в чувствительно, да, третий. Видишь, шикарно так. Так, первая группа за... Первая группа за квадратиком бегает. Вторая группа бегает во всех комнатах. За звездой. Все, давайте. Сейчас лужа пройдет и будем начинать.
Лужу. Не агрите такую лужу. Пойдемте сюда, ребят, обходим слева. Побежали, побежали, не стойте пока. Фласочки еще раз пейте. Кстати, а как эти называются, чтобы макрос запилить? Как эти хрени называются? Бегайте лужу, ну, лужу оббегайте всегда, стыдно меня. Только там надо сначала, чтобы не вылезли, там стоять мобы. Надо сначала мобов один раз ударить. Давайте точечно бьем. Кружок. Все, не клудите, трай начался. Маски забирай. Макгрегор сейчас третий вылезет, его хваточкой заберешь. Хваточка на тебя уже. Кидание давай звездопад. Пижончик давай звездопад. Только кружок играем. Кружочек. Моба убиваем только по сарай. Вообще, молодцы, замедляйте этого моба и оббегайте оттуда танки. Там его по сарай убиваем. Бейте, 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 разбежки стоите. Все, давайте сейчас большой щупальце ищем. Большая просьба, вот она слева. С пактом, с лучом. Не АФК, сейчас сбегайтесь. Только РДД бьют большое, только РДДшки. Так, огненный мяу, залей маны Дуду Типка. Прямо сейчас и нардай. Третью щупальца схватил. Уходи от меня, Холилоки, не двигайся вообще, стой на месте. Так, подходите к порталам неподалеку, убейте там щупальца, кто к порталам не заходит. Справа щупальца, занимайте свои места, ребят. Занимаем места. Трещи подхильте там, в лучах не стоим. Места занимаем, хоточки накидываем на себя, стоим, ждем. Справа слева щупальца, ребята. Очень быстро надо разбить. Помогите, помогите, слева. Молодцы, порталы, порталы, смотрим внимательно. Заходим. Давай, за мной, за мной, за мной. Я зашел. Очень противная комната, давайте на скеле врываемся. Как крадете мой портал, это просто пиздец. Слава. Взбейте, сбей одни мяу, сбей удушающий. Зашел. Стой, стой, стой. Блять, слева очень долго бьем, пацаны. Прям очень долго. Кто-то крадет мой портал. Я подхилю. Давайте бьем мозг. Бейте мозг. Эй, команде начнем смещаться, только смещаться начнем. Давайте смещайтесь к порталам, уже начинайте потихоньку, пока не выходим. Так, ждем 10 секунд, начинаем выходить. Начинаем выходить, 3 секунды осталось. Все, давайте. Неподалеку от своих мест встали. Вражеские цели видим, ходки накидываем. На себя. Себя хилим. 10 секунд до портала. От черепа отошли. Давайте сейчас порталы будут. Пакт забежался. Пакт, пакт, пакт. Ни в чем. Сука, че вы порталы жрете чужие, заебали? Не знаю, я не зашел. Там еще есть портал. Нету. Стой, 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 стой. Не блин. Знаю, там свободный был, я зашел просто. Где мозг? Мозг ДПСим пока. Я тоже портал мой занял.
Так, тогда будем выходить. Будем выходить, смещаемся к порталам, начинаем выходить. 10 секунд осталось. Хотим уже. Выходим, выходим. Давайте, пацаны, выходим. А никто не сходит. 42, это нормально? Да. Нормально. Очень хорошо. Подходите к порталам. У кого мало здравомыслия, меньше 25, занимайте порталы. Милики, РДД, неважно. Я не буду заходить. Первый, слева второй. Займите кто-то, слева второй. Чё мне эти тексты багнулись, я упал в комнату. О. Слева он бить щупальца. Давай, ставь, брат, ставь. Все, и добиваем мозг. Так, смотрите, чтобы максимально выжить КПД из этой комнаты, по моей команде, вот начинайте смещаться к порталам, и стоим, и уже из дыр пьем мозг. Все, выходим, выходим. Не успел. Пока ждем, рост не даем, накидываем дотки. Накидываем доты на босс. Файрост, все вышли. Файрост. Отвернулись, у кого мало здравомыслия. Стоим, ждем. Вернулись, бьем. Готов, мастер Аур. Дожми. Отвернулись, у кого мало здравомыслия. У кого больше 40, один каст не отворачивайтесь. Повернулись, бьем. Бежим кисть КБР. Прям точечно без масс. На 3% масса включим. Отвернулись. Сори, там слаком. Отвернулись. Танки кайте, повернулись, бьем. Отворачивайтесь сейчас. Ждем пока. Заговариваюсь. Ждем, ждем. Давайте, повернулись, бьем. Вернулись. Вижу за западом хуярит. Этого не надо делать. Отвернулись. Отвернулись. Все, молодцы. За западом можно, только надо отходить от. Отвернулись, отвернулись. Повернусь, бьем. Ял прайд, выйди, дай просто новых мобов. Отвернулись. Войско, да. Отвернулись. Не надо ничего, не давай. Так все нормально. Повернулись, бьем. Так, я выйду, дам фир в мобов. Танчите их. Повернулись, бьем. Отвернулись. Отвернулись. Стоим, ждем. Повернулись, бьем. Внимание, по моей команде сместимся влево, в синий квадратик. Так, отвернулись. Давайте влево сюда, влево сместились, ребята. Влево сместились. Пока спиной стоим, друиды корни можете накинуть на мобов. Повернулись, бьем. Войд упал, если что. Стоим влево квадратик. Огненный мяу, ресовый, да. Отвернулись. Помал здравомыслие, отвернулись. Я дам фир. Сместились сюда влево, влево, влево. Давайте массы. Убивайте мобов. Этого урода. Отвернулись, у кого мало здравомыслие. Отвернулись. Бегайте по комнате от мобов. Так, 1%. Поворачивайтесь. Поворачивайтесь, бейте. Убивайте. 1%. Красавчик. 4 здравомыслия. У меня было 6, кажется, не знаю. Страшно было, ребят. Молодцы все. У меня 4. Тихо, не плудите. Резайте холилоки и бом сразу бушку ролить. Холилоки, да. Аутист. Ты там, Саня, где? А, тебе же башка не нужна, да? Не-не. Чё за баксик стоп взяла в контроль койлом этим и упал в комнату, блядь. Ты кодексу привет передай. Это типа плюс 0 было, да? Да. Да. Мы каждый КД делаем плюс 0, да? Да, почти. Паренька, ты тут? Слушайте. Слушайте внимательно, не АФКшите. Сейчас башку бомб сразу ролить. Давай. Все. Реал Прайд, ты тут? Что-то не нравишься ты мне сегодня, блядь, две ачивки забрал. Давайте рольте бушку.
Фу, у меня вот 99. У меня 99. Все равно был типа читер. Два, блин. Варенька, ты тут? Менел тоже. Отдавать он меня. Жму. Ну как ты думаешь, отдаем ему, не отдаем, мы же с ролем. Ты решаешь. Честно все или нет? Я решаю. Ты же ролик, ты не просто лутер отдал. Ты че, значит, ГЦ? Ну, ГЦ огненный мял. ГЦ. Че, на Лугалон идем, нет? Так, давайте пойдемте на Алгалона, подожди, пойдемте на Алгалона, Димас, разроль лут там. Я сейчас... Разроль, ну, кому-то кожа на эту парашу. Короче, смотрите, обвалившаяся галерея, идем к Алгалону, трэш зачищать, я сейчас приду. Это Шелла Ракенаренха на Алгалона. Пеппер, Пеппер, ты тут? Да-да-да. Слышишь, я на вар зайду. Ну ты кому-то выкройка, еще раз. Окей, иди. Кому надо уходить, уходите так. Пеппер, так накинь это ЕПшки за эти боссы, которые я был. Скажи нет. Лефа. Сколько у нас, пацаны, ЕП за лудыш? 5к, а нет, 4,5 вроде. Ну все, ебаш, 4,5. Димас, начисли в Вефе 4,5. Это, я зайду на Энха, на Алгалону, ладно? Давайте, Алгалона придем. Чашу. Ну, в Вефе 4,5. Да. Чисто. Все, ребята. Всем давай, спасибо, удачи. Давай, счастливее. Давай, пацан. Руки снимать. Давайте идите к Алгалону, трэш чистите. Но не заходите в комнату, я сейчас подойду. Одну минутку, покажу. Обменяю руническую сферу на плечо. Погрите трэш поклонского хильте, ребят. Защитник. Такая бизнесменка, да? Да я типа выкинула 99 на сферу, которая мне не нужна, на плечо, которое мне надо, я выкинула типа 3. Тебе плечо надо? Ну да, у меня типа последняя часть сета. Последняя? Это как самогона? Завоевателя, да? Да, у меня кираса есть, лаки. Тебя как зовут? Золтрина. Золтрина, кинься вот туда в обмен, пожалуйста, я тебе там уступлю. У меня все равно только она сейчас играет. Нет, ну, спасибо. Как тебя в жизни зовут, и ID ВКонтакте. Да изи вообще. Easy, я, скажем easy. Так, и не скрываю. Real talk, think about. Слушай, Сань, только такой вопрос. Не вопрос, а я никогда этого типа не танчил. И... Ты даже кусок затанчивал. Пацаны, пацаны, такая ремарочка. Кто хочет фармить голову, можете приходить в среду на 7 часов, ульда плюс 0, все дела и так дальше. Ну и тому подобное. Там что, кноты собираешь, что ли? Не, там я собираю. А ты? Ну, успею перекурить 3 минуты. Осколки кому там, Джеком? Ну, я в очереди, после 300. Не, в среду. В среду мои осколки, я же говорю, я в очереди, после 300. Я понял. А, подождите, вы пишите, куда вы пошли? Я здесь не для того, чтобы сражаться. На Титана. Ага, вон. Для блага Вселенной эту планету необходимо пересоздать. Я запускаю системный анализ, чтобы выявить зоны поражения. Не вмешивайтесь. Алгалон, Алгалон. Ну чё, как делишки у вас? Нормально. Да-да.
Так, теперь давайте ники называю. Вы в Долоранчик ТП. После Алгалона я вам пати даю, идем добиваем первых боссов и начисляем ИПшечку вам. 4500. Алгалончика сейчас делаем. 3000 сверху. 3000 сверху. Давайте, Реал Прайд. Ставь сюда вот, на мостик. Долоран портал. Хочешь покикать или нет? Как говоришь? Не хочешь людей покикать? Ну вот-вот, сейчас в портал и будут нажимать те, кому я скажу. Давай, Димон, лучше ты назначай. Чем портальчик у нас пойдет. Реал Прайд можешь сразу в портал перейти, я 100% говорю. Портальчик, Хобилоки, портальчик, Зе... Ну, короче, маг, четвертая пати, портальчик. Варенька, я тебя принимаю со сходу. Короче, те, кто в четвертой группе, сразу жмите на портал. Сразу, опа. Вейда только оставь мне, пожалуйста, закончить был. Кто его изгикает? Пайпер тут? Да-да-да. Я так понимаю, да, первый пошел в портал. Идеально. Ладно. На кого? На Энха. А у тебя какой сейчас ник? В идеале. Блин, это сейчас же в Африке, да? Курю с вами, пока у вас тут перестанут. Да. А что, будет лучше в Африке? Ты все, короче, я предлагаю добрать Варенка, просто... которого я уже добрал. Можно добрать Джейлис и спекнуть в ДЦ. Да, и... ну типа как ШП будет, да-да-да, добирай. И что тут кто еще есть, только на что-то не отвечает. Ну и вроде... Мне просто нужен этот... Мне тринка нужна на инфу отсюда. У скометы, что ли? Да. Зачем? Ну, мне кажется, что она неплохая на Энхар, а во-вторых, у меня да. Вообще нету нормальной трени, нет. Будь на Афлике пока. Подожди, я сейчас хочу рейд на слезы собрать. Ты мне в Афлике нужен. Да я в Энхе дал не сильно меньше. Ну, заходи на свой Энх. Смотрим на твой ДПС. Только там, смотри, точечно надо играть. Надеюсь, ты это понимаешь. Вот, короче, вот так вот норм, только вот шестая группа, пусть Долоран идет, и все будет хорошо. Будь в теме, ни к чем. Так, Реал Прайд уже вижу, давайте Долоранчик. Камешки тыкать, я мы вас примем в патч на добивание после Алгалона. Дуду типка в ШП сейчас спекайся. Подожди, пока не спекайся. Юля, если мне ответит. Сейчас я, кстати, ВКонтакте напишу. Здесь она мне ВКонтакте в игнор кинула, нахуй. В смысле? Так подруг и теряют. Жесть. Плюсанул там. Угу. Могу еще в рестуре, если надо. Поставьте шкаф, пожалуйста, графит. Только вот тут вот ставь, рядом с НПЦ в синем квадратике, видишь? Графит, иди сюда, назад. Леха, самогон, ты в РК? Лех. Нам как надо вы, небесную кару, да? Надо да, а что там переживать? На середине коста становишься в середину черного круга, а тебя перебрасывают в комнату. Да, он говорит, идешь к стене, все. Да, он говорит, космос покарает вас. Космос покарает вас. Что говорит там? Не Фил, не Саша Белый, а космос. Космос. Сами мы немножко напутали кару и суровый удар. Блядь, я объясню все. Стой, точняк, суровый удар, это в комнату нужно прыгать, к стене бежать. А кара это отбегать от босса как можно дальше, вспомнил. Суровый удар, это когда он говорит, космос покарает вас. Да. Там я вижу уже паладин автоматически в четвертую пати попал у нас, да? Которая в Долоране сидит. Боже, Светодар, ты в Долоранчике посидишь? В Долоране? Ну, да. если надо, я могу в Долоран пойти.
что, отдохни пока, мы тебя присылали. Сам, Даня, ты тут? Да. Накинь, пожалуйста, будь в теме 4500, пожалуйста, у меня дом выключен. У меня прав здесь нет. Кому будь в теме? Будь в теме, да, Димас, накинь 4500. Прими его, хватит, я ему накину. Если кто-то упадет, получается, тогда лучше рейду всему упасть, если хотите ачиву. Есть у кого-то дживс или хламобот, надо регов купить. Сейчас поставимся. А мы после Алгалона пойдем тех добивать, что ли? Да, оставшихся двух, там мало ли осколок выпадет. Дворфов пожарим. Он может плевать. 15 минут после Алгалона и пойдем в другой инст. Что, есть там дживс? Нет дживс. Ставьте дживса только... Слышь, а кто хилы? Я думал, поди нахопалось за тебя, кто релить будет. Походу нету дживса, пойду это куплю регов вначале. Окей. Он сова? Короче, надо либо хеприст. 4 хила у нас так-то по идее. Сгилите, нет? Нахопало еще одного взять. Спрошу ги. Я могу холиком. Саня, ретрика не будет. Кристалл. Давай я в хиле пойду, гутербол. А, гутербол, отлично. Спекайся. Зачем я спекнулся в этого холи кристалл? Нафиг тебе этот энх, спекайся в Варшаму. Я сразу сказал, что я могу Аршану и могу Энха. Все отлично. Так, теперь, короче, самое важное у нас. Смотрите. Блять, подожди, подожди. Мне, короче, нужен второй протопаладин. Ты только расскажи, там, когда выходим из порталов, надо сразу резко захиливать танков, они там проседают, да? Сейчас еще расскажу, подожди. Эту комплектую. Я просто хилом тут не был еще. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Макгрегор, смотри, ты бьешь точечно без масс. Да, конечно. Будешь ветер, короче. Будешь ветер. Я уже убрал это все дерьмо с панели. Все мелики выбирайте тоже, все массовые спелки, вихри там рассекающие. Тупо бьете точечно. Так, я думаю, у кого в протопал спекнуть, блядь. Ой. Это Дар куда ушел? Меня кикнули. Да он ставит, он тактику спрашивает на уголовно, я не буду так говорить. Я знаю тактику. На кабанка стоит отбегать, когда вот этот окушачили, как он называется, прятаться в ложе. Отбегать от красных меток и так далее. Видишь, путаешь кару и суровый удар. Ну, я не знаю, как она называется, я визуально знаю, что делать. Понял. Нужно взять, зачем? Хил же. Чили он ретрик. Без разницы, вот ретрик. Поле. Чё ты, Димон, говоришь? Вот будет он этим... хилом, Айника может быть протопалом. Айника, ты танчил Лаугалона хоть раз? Ник. Видишь, нет. Уже сразу отпадает. Не хочу рисковать. Можно вообще в два танка сделать, мы первый раз сразу в два танка сделали. По идее, Войт и Поклонская, но... Блять. Не знаю. А, подожди, у нас Жрали есть, все, блядь, четко. Самогон, ты тут, Леха? Да, здорово. Короче, если лагаешь, можешь сразу до Лоранчика уйти. В смысле лагаю? Ну, я помню, мы слезы с тобой делали, ты орал, я лагаю, я не сдох, да, слезы да получил. Да, я же в деревне был. Смотри. Короче, делаем два танка. Сейчас я чуть-чуть расставлю. А там сколько доказательств веры не упал? Что? Бля, Триньку проебал. Да не падал отсюда. Эти, подожди, в прошлый раз кто вам запорол ачиву? Олег? Певчий труси. А че ты Светодара принял? Он кто был отхопал? Да.
Не, если есть какие-то сомнения, то есть я могу повтыкать в Долоране, то есть как бы без обид. Ну, может быть, ради, чтобы было больше дамага. Смотрите, короче, смотрите так. Смерть от кары. Смерть от кары. Что-то он в ретрика уходит или что? Что ты его туда-сюда кидаешь? Энника только протопал. Вот, пятая партия — это хилы, Светодар — ретрик. Вот и все. Светодар — ретрик, Энника — ты хапал будешь. У нас будет два танка. Войд и Поклонская. Слава, слышишь меня? Напиши, что ты в рейд. Да, я ему в ПМ тогда напишу, что он там делать будет. Так. Саня, Трися, ты тут? Да. Короче, внимательно слушаем. Ралли, выноси на панель точечный агроспелл. Короче, смотри, вообще твоя задача будет, когда созвездия появились, только созвездия вышли, ты одно созвездие агришь на себя и закрываешь одну черную дуру, окей? Ралли, АФК. Че, не едешь? Все, понял, мы придем, значит, скажу ему еще раз. Так, Войд танчит босса, Поклонска танчит босса. Пацаны, вот Войд и Поклонска, вы вдвоем остаетесь на боссе. Вообще, на два суровых удара вы остаетесь. Так, смотрите, первое, короче, сейчас я подумаю. Джелис, Юля, ты игрока, слышишь меня? Скажи что-то, Юля. Вот смотри, зубы, сейчас я подумаю, кому ты будешь кидать на первый суровый удар. Так, ты кидаешь зубы в Войду. Ты скажешь, куда он там будет? Да. Ты заходишь на середине каста, то есть я говорю, заходит рейд, потом середина каста, я говорю, все остальные заходят уже. Короче, давай там, давай заходим. Подожди, Дима, не перебивай, попадай в рот, блядь, ну что за манера? Смотрите, заходит весь рейд по моей команде, вы стоите все у порталов, в том числе хилы. Рейд весь зашел, хилы остались, захиливайте танков на фул. Середина каста пошла уже у босса, ты кидаешь зубы на Войда, заходишь в черный портал. В черный портал, ребят, смотрите, вы все зашли и вышли туда, где снаружи портала нету черного, чтобы вас обратно не засосало у нас в реальном времени. Так, огненномяу нет, в коте будь. Далее, короче, смотрите. Войд набирает 4 стака, танчит Поклонская. Поклонская и Войд на вас всегда должны висеть созвездия, вообще абсолютно все. Это крайне важно. Теперь смотрите, Эника, кидаешь частицу всегда на Войда, хилишь Поклонску, ну, можешь наоборот, без разницы. Главное, не проебись, постоянно танков захиливайте на фул. Можешь только, в принципе, танков хилить. Все, все остальные сидят на рейде. Эника, Черный и Лимон, вы когда выходите из порталов, все моментальные хилки отдаете в Войда. Все остальные три хила отдают хилки моментально в Поклонского. Теперь Трися, смотри, твоя первая сакра на Энику идет. Светодар, выноси и макрос, или пиши, твоя вторая сакра пойдет на черный лимон. Все, если поняли, если сделали, поставьте плюс в чат. Трися, первая сакра на Энику, Светодар, вторая на черный лимон. Эника, черный лимон, все моментальные хилки всегда после каждого сурового удара на Войда. Кисик, Джелис, Квотербол на Поклонскую. Где этот лимон? Так, Поклонский, смотри, слышишь меня? Поставь что-то плюс в чат или скажи. Да, я слышу. Ты остаешься на каждый суровый удар. Смотри, твоя задача на первый суровый удар. Ты прожимаешь на 50% срез урона. Это понял? Угу. Все отлично. Так, так, еще раз скажи, хилы заходят на какой он там? Сколько каста примерно проходит? Ну, середина каста. Короче, твоя задача, смотри, только каст этот. Блять, как он называется, забыл. Суровый удар только начался, про себя 1.5 секунды отчитываешь и заходишь в портал, понятно? Только я говорю, суровый удар начался, заходит весь рейд, ты секунду еще ждешь, захиливаешь танков обязательно на фул и заходишь. Все, в черные порталы зашли и вышли к стеночке. Еще раз, по поводу сакры, когда ее бросать на черного? По команде. Твоя вторая сакра, Светодар, на черный лимон. То есть, погоди, одновременно с Эникой бросали на черного лимона, или... Не, я говорю, первая сакра пошла. Так, слушай, понял. Потом говорю, вторая сакра пошла. Все, понял. Ничего сложного. Вот, у меня такое просто. Ты говоришь сначала на середине каста, потом говоришь 1.5 секунды. Там каст идет где-то 10 секунд, он долгий. Середина каста — это 5 секунд.
Ты не успеешь уже, блядь, глаза открыть, как середина коста будет. Он только начнется, секунду про себя отчитываешь и заходишь. Уверен, это очень быстро. Танки там не упадут. Ничего, просто я локом обычно на середине захожу как раз. Упадут. Тебе главное в черную дыру зайти и выбежать. Тоже ведь время нужно, иначе тебя обратно засосет. Так остается на первый, короче, суровый удар буду типка. На второй останусь я, квадропедра. Так, Войд. Сейчас я выйду, тактику напишу. Проверяйте пока. Бафы все и так далее. Так, бабл уже не спасает от сурового, да? Нет, не спасает. Кажется, у нас в прошлый раз было поменьше намного. Как глухая оборона спасет? Нет, так. Да. Теперь кто со мной будет подбивать эти... Как их, блин, называют? Звездочки, о, звезды. Живая звезда. Димас, поподбиваешься на за шпажку? Ой. А, у нас же этот есть. Сова есть. Васап, подбиваешься, но я меточку буду ставить круг. Угу. А у тебя вкачан тайфун? Нет. Так, пижон, вкачан тайфун? Тоже вижу, нет. Нет, не вкачан. Короче, Даня, смотри, вынеси на панель корни эти, как-то гнев деревьев, или как-то так они называются. Угу. Вот, и нашу метку, которую мы будем бить, желательно всегда, короче, сначала корни накидываешь, потом разбиваем. Окей. Так, ребята, смотрите, на протяжении всего трая вы от звезд отбегаете. От звезд, напоминаю, и от кары. Так, на второй фазе, когда будет переходка, может так случиться, что, короче, звезды пропадут, но они урона не нанесут. Ставят после себя 4, там, сколько, черные дыры ставят, неважно, сколько их будет. Поэтому держитесь всегда подальше от звезд. Так, Ралли, ты тут? Тебе, для тебя свет создания, Ралли? Кавкер. Сейчас уже начинай, Иван. Подходи. Кто покажет? Давайте я рыбку поставлю, может. Угу, поставь рыбку. Рагор, ты не будешь на Кале, как в тот раз? Ралли, ты тут? Хавкер, ты тут? Ты сказал Макгрегор? Да. Ралли, я не летал на Каре, Ника. Ты слышишь, ты, наверное, с Шоковым перепутал. Так, ребята, смотрите, от кары отбегаем подальше. Не надо там возле этого кружка стоять. Примерно 15-18 игровых метров. Желательно подальше. Так, Раби, слышишь меня? Он по телефону говорит. Да, между двумя карами не стойте обязательно. И смотрите, ребята, всегда, куда вы отбегаете. Это очень важно. Надо от кары подальше убегать, чтобы урона не наносило много. Далее, слышишь? Подходите пока все к боссу, но ничего не жмите аккуратно. Вокруг босса расходитесь. Так, сейчас все на пул и даем на Войда. Все, я здесь. Так, по 4 стака танки и меняетесь. Поклонский, подходи. Сейчас чеку на ФК. Ралик, смотри, твоя задача будет, когда созвездие спустится, одну штучку на себя забираешь и черную дыру закрываешь, окей? Ну все, как обычно. Понял, ну если что, крикнешь что. Все, окей. Так, Поклонская, слышишь, на тебе постоянно созвездие. Ты созвездие под себя агришь, они постоянно должны быть под этим, по долголунам. Когда суровый удар прошел, Поклонская, суровый удар кончился, ты все, короче, свободный танк, на ком 4 дебафа, вы должны все созвездия завести в черные дыры. Заводится следующим образом. Вы черную дыру оббегаете по контуру. Не заходите в нее ебать, а оббегаете. Это понятно? Поставьте там плюс в чат. Я сейчас Славику напишу. Ралли, ты тоже там можешь помочь им, если что. Главное, смотри по ДБМ. Чем помочь? Эти черные дыры закрыть после сурового удара. Ты же профитный, по-моему. Суровый удар кончился, хоп. Да, я понял. Хоп, там. Ну, так и делал. Все, отлично. Когда пейса нет.
Чекаем и будем начинать. Так, Ваня, что, самогон лагает что-то. Лежит на месте. Юриспол? Да. Сейчас, короче, самогон окинем, нахуй. Созвоню. Он и так убежать пытается. Посмотрите, как убежит. Блять, не лагаю, нахуй. Я уже его спросил, лагаешь? Он, я, говорит, блять, не лагаю. Я в деревне там был. Гусина. Целеустремленный такой. Ждем, пока он, короче, вылетит, и будем начинать. Кто его взял, слышишь? Димас, ты? Да, но он не лагал. Не бери его, пожалуйста, никогда на лагалона, вообще никем. Хорошо. Никогда в жизни, блядь. Если хотите ачивку самогона, не берите. Я вам серьезно говорю. Он залутал носовую, ему похеру на вас. Он вылетел. Надо подождать, пока он зайдет. Во время игры зайдет, прикинь. Не, он не зайдет, он все, его кипнут с инста. Да его выкинул, все стоп. А, все. Все, отлично, давайте. Последний чек, и наконец-то было начинать. Расходитесь на рейдж. Вокруг босс. Саня. Че? Я сейчас зайду, вы меня еще не кикнули? Кикнули, конечно, не заходи. Сейчас я зайду и не заходи. Чего? Пыль. Не надо, Леха, не заходи. Ничего не делай. А че? Не надо. Погодите одну секунду, я сейчас зайду. Я тебе говорю, не надо, не заходи, ты уже кикнул с рейдом, мы уже начали, босса спулили. Понятно. Так, у нас все готовы? Отошли все от босса подальше, к стеночке, подальше отходить. Давай, Слава, начинай с ЛП. Действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Так, Поклонская, его и только под боссом, остальные все у стенки. Звездопад же можно дать спула? Да, но потом отменяете, когда звезды появляются, заранее только отменяете. Я буду ставить кружочек, от него все отходите, милики, играйте точечно. Клонский, иди под босс, иди под босс. Сейчас танчит Войд. Все на кулы на него. По 4 стака и меняетесь. Играйте в босс. Давайте рост. Давайте рост. Настю, ходовая. Погнали. Ставлю метку. Метку сыграем. По моей команде разобьем. Смотрите, кара 1 секунда. Далее от меня подальше отбегаем, очень далеко. Так, я разбиваю, захиливайте рейд. Давай следующий кружочек сразу разбиваем. Давай. Дальше. Захиливаем рейд. Варенька, если что, твой гимн первый. Разбил, захиливайтесь. Кружка отошли, кара будет, внимательно смотрим. Под ноги смотрим, внимательно, подальше. Милики. Кружка отошли. Кружка отходим, отходим от кружка, захилим. Со звездия спустились, не разбивал, не разбивал, подожди. Давай, захиливай рейд, пацаны, захиливай. Бейте босс. Бейте босс. Одну черную дуру закрыть. Только все, закрыл. Бейте босс. Дрину хил. Каре, от каре отбегаем. Каре. Молодцы, подходим к черным дырам, никто пока не заходит. Все созвездия под боссом. Подходим к черным дырам, никто не заходит. Так, кас начался, заходим, заходим, хилы остаются, хилы заходят. Хилы пошли. Кара отбежали подальше. Давайте, кто умирает, 500 гп еще. Кружочек поставил, разбили, давай. Кружочек разбить, отойди, отойди, кто Джелис. Надо не кибэры. Ну, можно засчитать, типа, чё. Сука, слушайте, что я говорю, не орите.
Кружка отошли, ребята, Мелизон. Уведи, уведи, уведи. Уведи босса, видишь? Под карь отбежали подальше. Разбиваем. Собирайся. Не бей пока, не бей, захиливайте. Так, я разбиваю. Захиливайте, внимательно слушайте. Захиливайте. Отошли от кушка, не бей пока, не бей. Бей босс. После кары разобьем, все нормально, так и идем. Бейте босс. После кары разобьем. Подальше отходим. Славик, хильте. Так, так я разбиваю. Хиливайте рейд. Давай кружочек разобьем, братишек. Точечно играть, кружочек разбиваем, захиливайте рейд. Будет кара, потом сразу в портал и захиливаем рейд. Бейте босса. Порталом подходим. Заходим, заходим, ребята, заходим. Все созвездия на танках. Так, еще 500, ебать. Давайте, давайте, бьем босса. Бьем босса. Башкой зато. Бейте босса. Только точечно у него играем. Эти кружочек. Ой-ой-ой, не бей, не бей, не бей, пока не бей. Пока кары подальше бегайте. Разбиваем. Захиливайте рейд. Так, отведи Мелизону, отведи, отведи. Я разбиваю. Захиливайте. Разбиваю, внимательно смотри, я разбил. Разбил, захиливайте. От звезд отходите подальше, от звезд, от всех. Кара, смотрите. Бейте босса, добиваем. Мы должны успеть, 30 секунд у нас. Собери. Вот видите, я же говорил провалить. Бейте босс. Бейте босс. Кара, также отбегаем сейчас. Внимательно под ноги смотрим. Милика. Неверавен реса огненный мяу. Не, пусть лучше покинуть тело, типа, и ревнуть лайнер. Это не помогает, Джека, реса уже. Так, огненный мяу, реса пижона. Давайте в портал заходите, ребята. Пиздец, не успели. Все, тихо. Надо. 5%. Добивайте, добивайте босса. Добивайте босса. Реса пижона, кто-нибудь, огненный мяу. Давай, брат, на тебя вся надежда. Стопните босса, не бейте пока. Огненный мяу, реса пижона. Все, давайте, добивайте босса. Один раз так дали на мочилу. Мы типа бернули и на мочилу дали. Я очень надеюсь, что даст. Нет, не дали. Это пиздец, я тебе отвечаю. Вот взял Юлю в рейд, объяснил тактику. Ну, человек понял с первого раза. Пижон ходит сколько, Вивальди ходит сколько. Ну, мне нет слов, я вам отвечаю. Вы конченые люди, просто конченые люди. Вообще, Вивальди, я в ахуе. Ша, ша, господи. А кто сдохся? Вот, по-моему, пижон и огненный мяу, да? Да, вдвоем. Что там есть тренька, Лури? Ебани 500 гп, слышишь? Ну я понял. Каждая. Триллионы загубленных судеб. Неужели все они были подобны вам? Неужели все они так же любили жизнь? Это зло, вот это зло. На повороте и не говори, Вов, это очень нервная игра. Позволяет пренебрегать законами космоса. И выходить победителями так. Ладно, ребят, я не начищал ГП, я просто, Не слушайте Джерина. Ну, вообще, можете послушать, но он тоже, блядь, сможете нахуй послать. Но он прав отчасти, конечно. После Октоноба я ни на кого не обижаюсь. Просто посмотрите, как он упал. Добрал человека в рейд, Юлю Джейлис, которая ни разу тут не была. Я ей рассказал тактику, сколько Юля тебе рассказывала? Секунд 40, да? Она не умерла. Ребята ходят по КД и дохнут. Не, ну тут да, тут правильно говоришь. Короче, подождите. Сейчас я подумаю. Вот 500 ГП много или нет?
Да меньше, не, накинь меньше, я думаю, они сделают. Нормально, вас не всегда по 500 кидали. Сколько себе тогда Олег-то начислил? По 500 он нам накинул. Огненный мяу. Щит. О, дайте, пожалуйста, этот осколок звезды. Подожди, сейчас решим за ГП. Огненный мяу, устраивает тебя или нет, или хочешь спорить? Потому что, ну, я считаю, окей. Пижон, ты как, будешь в Ольгу ходить еще или нет? Я вас спасу. О, а что остается? Буду, конечно. Главное, чтобы, блядь, учел свои ошибки. Вот ты как сдох? Можешь мне объяснить? Оба не забежали в черный портал. Я не забежал в портал. Смотри на будущее тебе. Чтобы зайти в черный портал, ты должен в центр встать этой черной дыры и стороны в сторону подвигаться. Понял? И выйти туда, где снаружи черной дырки нету. Все, тут там больше ничего не требуется. Ну я делаю так, я просто, когда он вот эту хуйню начинает кастовать, бегу тупо в центр портала и остановился. Подождал 2 секунды и побежал к стене. Все. Или так, да, все самое элементарное, ебать. А ДДшникам проще, нежели ДДшникам. Почему? Я ДДшникам изи, все, заходил вообще без проблем. Так, давайте по порядку теперь лут. Потом с боссами определимся, расход или не расход, давайте. Вот этот щит рольч. Кстати, прикольный на трансмит щит, так. Ничего так. А я же вас спросил, не идите в этот Ульдуар. Нет, пошли, нет, пошли. Вон там маг пришел, что-то решить. А светодарова, да?